Друзья, всем привет-привет. К вашему вниманию, мужская одежда Zara. Поехали. Что, Руф, скажешь по поводу жилетов мужских? Мне это понравится. Чем это? А это что? Совсем жарко. Совсем жарко? Ну, в Турции-то жарко, а в Томске вообще классно. Нет, это 700 лир, это ребятки, для Томска, смотрите. А это для Стамбула. А, вот как. Вот джинсы я себе присматриваю, в общем, по 400 лир. Ну, это какие-то совсем узкие, не для меня, походу. Сколько это стоит? Сколько? По 400, наверное, не? А, 400, бро. Бесплатно, брат, это. То есть ты хочешь сказать, что 400 это бесплатно? Да, конечно. Практически бесплатно? Да, практически бесплатно. То есть джинс, для джинса это вообще в порядке вещей, да? Мы спросили там, Джок, за акционерство, сколько стоит? 1050. Не, 700 там было. Нет, последний 1300 был. А-а-а. Да, дорого, вот сейчас. Поэтому говорю, без... вот. Мне это не нравится такой. То есть ты хочешь, чтобы я здесь приобрел джинсы себе? Ух ты, 259 вообще, ну, смотри. 38... Не подойдет мне? Нет, 32. Ну, сюда с ними, да. Вот, блин, монстры, да? Ну что скажешь по поводу этой джинсовки? Нормально, нет? Да, конечно, нормально. Цена тоже, смотрите. 600 лир. Берешь? Ну, 600. 800. 600, брат, скидка, 600. Давай это возьмем, короче. Возьмем. Белая джинсовочка. Это что у нас? Это куртка или брюк? Что? Тоже 600. Я прошел за брюками так-то. За джинсами. Да. Нижними. Я люблю джинсовки, но, увы, я всегда по спорту двигался, и некогда было вообще одевать такие вещи. Он настаивает на том, чтобы я купил, короче, чтобы я тут ходил, модничал, да? Что скажете? Но почему-то всегда на один размер мне меньше попадается. Ну, на, зацени. Давай, сними. Да, вот, вот это вот, смотри. Маловато, нет? Маленькая или нет? Так, не, нормально, тут просто. Или так, маловато? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Так, давай другой. Другой я тебе показывал. Вот, вот это, пример. Вот это вот наш манекен с Томска. Может быть спросить, он будет у них. Нет, 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 другой, другой. Это же. Вот, 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 вот. Да, вот это. Ой, нет. Как, ребят? Сделайте подарок, нет? Если у вас небольшой бюджет и вам хочется одеться качественно и недорого, то вам точно в Zara. В январе и феврале большие скидки на некоторые товары. Соотношение цены и качества просто огонь. Так что пишите, звоните, ставьте комментарии. Мы на связи.